называется «Шутки номер три». Yeah.
Следующая тема называется «Генерал». О, отлично, круто. Понеслась. Какой-то, да, походу. На самом деле я просто вокалячил, и тут надо чувака для плотняка в две гитары. Кстати, про базу отдыха Рой хочу сказать, блин, реально много всяких чуваков, музыкантов, там, замиксованных всяких людишек. Блин, можно канц втроем отыграть, а может в десятером там. Ну сегодня сколько нас щей, кстати? И у Антона еще такой маленький карманный пупсик есть, человечек, короче, живой.
Ему выдали на другой планете, Пупа называется, да? Эта штука. Ну, Антон из космоса, он космический чувак, типа, поэтому у него в кармане Пупа, которая должна вырасти и поработить мир, поэтому он такой добрый и всем потакает. Да, да, классный мужик, кстати, в натуре, чувак, да, да. Следующая тема наша называется «Одна из самых тяжелых ранних». Кстати, мы сегодня старое в основном играем, потому что, блин, всем захотелось типа стрия повалить. Вообще новые песни. Не, будем играть какие-то новые, да, наверное? Можно, можно. Блядь, у нас в группе Элис Купер, короче, с рук видите. Все дела, пока мы с Антоном там собирали, типа, не, теряли, не собирали, мы теряли бошки по кускам там, короче, где-то чуваки делали музло. И я попрошу сейчас этих двух замечательных людей замениться инструментами, короче. Мы вам сыграем тему, в которой, вот реально у нас корпорация музыкантов, и он сейчас вообще фигачит в другом месте, мы вам сейчас сыграем его. Дурацкая, короче, мы против себя с пропагандой, с одним такого рода делать. Но, вообще все решили оставить так, как было, ни строчки не поменяли, так как Малой написал, вот, короче, так оно и есть. А, не, Каннибал добавил. В общем, такая предыстория есть. У него есть парализованная, типа, соседка какая-то, которая с детства ему подружка. Она любит покурить, короче. Ну, а ебля, она сама не ходит, типа, все дела. И из вот слов, которые она произносит, вот она ему когда звонит, она говорит: «Ты где? Возьми!» И все, короче, больше ничего не произносит Димон. И вот мы решили вставить в строчки вот эту вот штуку, если... Она не только ему, она в любом случае, если что-то делает, то она произносит только эти два слова. Мы решили вставить, в общем, чтобы не думали, что мы там что-то типа там
ничего такого нету, просто решили запечатлить типа штуки, да. Показалось это не забавным, не смешным там ни в коем случае, а просто он рассказал, как есть эта жизнь, друзья. Называется «Человеческие бошки», в общем-то. О, вас, кстати, больше и больше и больше, вот даже круто вообще, очень офигенно играть в такого рода мероприятия, заведения, знаете. И Мэдисон очень офигенно именно тем, что здесь не будет ни один мудак сидеть и вот так вот хавать кусок говядины, ты там метал играешь, а здесь нет, короче, никто. Итак, ребят, спасибо огромное за то, что вы пришли сюда слушать музыку, там типа пить пиво, там покушали, огромное спасибо, что дома. Вот. Нет, здесь тоже будете кушать после концерта, да. Но, блин, Каннибал, он вообще играет в ансамбле самодеятельности при ДК имени Ильича, он там... Да, он Виа Ритуал, он делает вещи, он много всего умеет, фасадчик, типа электрику кладет. Ну, не в том суть. Димон написал песню с Валой Бошкой, мы хотим вам ее сейчас сыграть, причем он настоял, чтобы все в ней оставалось, как было. Короче, не курите химарь, друзья, какой-то голимый, вы себя убиваете, короче, пусть все будет натурально и да. Джо с вами, ура! Из этого там приедут толстожопые там утки с деньгами делать культурный феномен, короче, ребята, вы войдете в историю. Но, блин, лучше вообще, вот честно, когда все так тесно, близко и, блин, прямо, честно. Спасибо вам за то, что вы есть.
Следующая инструменталка у них называется «Апельсиновый кол», короче, бля. А я покурю, пойду, они волновали. Я не знаю, что, Малой тоже эту песню написал. А мне как-то, ну, она была с вокалом, там, да, можно кривляться, короче, снять гитару. Но сегодня именно для плотняка, Решили играть две гитары, поэтому неудобно волочиться, там, типа, факи показывать, знаете, там, типа, сегодня как-то мы более культурно играем, капец. Здорово. Колбасить вас надо, да, Сепультура, знаете, такая группа есть, такая была Пашка, Валера, они там лупили, хотелось сказать, без мата, я сказал, без мата. Show must go, не, не будем играть, короче. Мы в прошлый раз Виктора Цоя играли, а какую песню мы играли? Следи за собой, да, ну, всегда, знаете, там, каких-то пару коверов хотели играть. Ну, сказали, короче, типа, не, лучше Цоя на оригинале слушать, ну, типа, ария, беспрепелого, не ария. Нирвана! О, Нирвану много раз играли, капец. Ну, сегодня еще такие не хочет Нирвану играть? Нет, только не хочет. Он мало выпил просто. Я уже Сепультуру заказал, типа, уже музыкальный автомат упала, монетка, уже пластинка и едет, смотри. Рата Махата. Аэрофорта, да, вы посмотрели? Thank you.
бонга. Вообще не договаривались даже, просто спонтанно получилось. Давай! Не, уже сыграли только что было. Давай, о, не, чувак, такого сегодня не будет. Блин, очень приятно слышать, что вы такое просите на самом деле. В следующий раз сыграем. А вы же только что сыграли, чувак. Да ну, блин, своя еще песня есть одна. Вешалка для человечка, кстати, да, вот реально мы ее сейчас будем играть. Блин. Я не знаю, они знают, блин, вы офигенные, да. А Алена любит, обожает меня унижать на людях, короче, если честно. Блин. И я тебя люблю. А, блин, короче, если вы знали вообще, что такое любовь, вы бы прозрели, блин. Если честно.
Потому что любовь — это реальное терпение, любовь — это уважение. Это не вот это какое-то детское щенячье чувство, которое, знаешь, это «я тебя люблю». Не, нифига. Блин, вот. Да, нужно уважать, короче, в первую очередь, потому что это не в детском саду. Блин, все взаимоуважение. А ночью она скажет: пошел ты нахуй, чмо, ты в зеркало, блядь, себя видела. И такой: Ленка, это ж ты мне все эти дырки сделала. Да, реально, короче, блин. Любовь зла, блин, отвечаю, короче. Вот могу вообще поклясться, чем хотите, блин. Вообще, вот многие там, знаете, да, там, доверие, недоверие, капец. Я вот, блин, ревную, капец, в последнее время жестко вообще. И, блин, знаете, на каждом шагу паранойя за мной кто-то едет, там, блин. Капец, куда-то кого-то увозят. И я вообще не знаю, откуда это дерьмо берется в голове. Но с другой стороны, вот это приятного чувства теплоты, взаимоуважения, бла-бла-бла, это еще и болезнь, как оказалось, тоже. Она занесена в медицинский справочник. А песня называется «Вешалка для человечков», которая развесит всех человечков по своим местам. Мы тебя любим! Класс вообще!